Глава государства Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства и руководителями регионов. Обсудили реализацию ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Главы регионов выступили с докладами о том, как реализуются принятые в марте-апреле решения, направленные на поддержку граждан и экономики. Вторая часть совещания – конкретные шаги по выходу из ограничений. При этом Владимир Путин подчеркнул, что нельзя забегать вперед, неосторожность или поспешность могут обернуться откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность жизни и здоровья людей. Выход должен быть аккуратным, постепенным. Эти меры необходимо выработать до 11 мая. Под постоянным контролем глав остается ситуация с распространением коронавируса и оказанием медицинской помощи заболевшим. В Чувашии в несколько раз увеличилось количество проводимых тестов. В связи с проводимым количеством тестов появляется большее количество подтвержденных случаев заболевания. Но здесь очень важно отличить два составляющих. Не все подтверждения являются тяжелыми случаями клинической болезни. Очень важно смотреть на то, сколько человек находится именно в тяжелой или средней форме. Это говорит о том, что наши медицинские учреждения превентивно проводят амбулаторное лечение и выводят людей в легкой форме уже из болезни. И поэтому эти все показатели нам будут давать возможность принимать решения. У нас в Чувашской Республике большинство промышленных предприятий уже функционируют, осуществляют свою деятельность. Конечно же, при строгом соблюдении всех мер безопасности. Мы видим возможность разрешения работать тем торговым предприятиям, которые стоят обособленно, имеют один отдельный вход, и в одном помещении находится одно юридическое лицо без арендных отношений. В случае, если они оформят соответствующую декларацию безопасности, возьмут на себя ответственность на то, чтобы соблюдать все меры безопасности, то, конечно же, мы, скорее всего, уже в ближайшее время соответствующее решение примем.